Самый важный день в жизни и первый день в жизни семейный. Бульвар Пикассо в столице видит такое впервые. 23 пары решили узаконить свой союз именно здесь и одновременно. Праздник влюбленных стал настоящим городским событием. В знаковом месте нового городского квартала «Маяк Минска». Широкий бульвар Пикассо, уникальный фонтан «Дана Танец» и много всего, что принято называть уникальным только для них. Как и богатая программа. Европейская свадьба с современными стандартами праздника. Какое свадебное торжество без первого танца? А если танцуют сразу более 20 пар? Это настоящий бал. Подготовиться молодым парам помогла команда известного белорусского хореографа Романа Ковалева. Бал оформили специально созданными декорациями. Трогательность и искренность празднику добавило выступление детского хора Академии мюзикла «Ревю» Натальи Романовой и свадебный торт, а еще запуск «Белоснежных голубей». Бульвар Пикассо стал настоящим фотосалоном. Впечатления остались незабываемые. Сергей и Анастасия Удорины о свадебной феерии узнали в социальных сетях и тут же загорелись. Горько! Долго, тем более хорошие подарки. Красиво. Солнышко, конечно, я не хватило, но... Ну, говорят, если идет дождь, это к деньгам. Я к счастью. Молодцы, организаторы, молодцы, район. Все красиво сделали. Все для пар молодых, все для свадьбы. Организатор торжества «Дана Холдингс» меняет качество жизни людей в разных странах и приглашает всех на свой праздник в Минск. «Маяк Минска» – один из самых перспективных и фешенебельных кварталов столицы. Именно здесь собираются жить молодожены. Квартиру с безукоризненным видом на столицу Анастасия и Артур Зарембовские получили в подарок по случаю бракосочетания. И сразу же с церемонии отправились строить планы в новом жилье. В доме Микеланджело прямо у Национальной библиотеки. Для нас это тоже очень большой сюрприз и огромная неожиданность получить такую террасу. Тут будут очень хорошо диванчики, какой-нибудь, может быть, маленький садик из каких-то прекрасных цветов. Вечно зеленых. Да, чтобы всегда радовало нас. Глава семьи уже все спланировал. Мне очень нравится инфраструктура данного района. Она очень развита, есть торговый центр рядом. Сейчас мы рассматриваем вариант пополнения семьи. И мне очень нравится то, что тут есть и школа, и детский садик, и это центр. Поэтому, что касается местоположения, для нас это очень практично. Микеланджело и соседний Рафаэль – одни из красивейших домов «Маяка Минска». С особым уровнем комфорта и потрясающими видами. Новоселов ждут просторное дизайнерское лобби, свободная планировка квартир, панорамное остекление, бесшумный скоростной лифт, удобная парковка. Особое предложение – квартиры с собственными террасами и полной внутренней отделкой. Уникальный дизайн просторных и светлых лобби с санитарной комнатой, с пеленальным столом – это визитная карточка домов «Маяк Минска». О преимуществах всего комплекса хорошо известно. Это и удобное расположение рядом с главным проспектом столицы и станцией метро «Восток», прямо у Национальной библиотеки и парковой зоны Слепянской водной системы. Развитая социальная инфраструктура, самый большой в стране торгово-развлекательный центр «Дана Молл». Есть огромный кинотеатр и фудкорт на любой вкус. А для деловых людей построен современный бизнес-центр. «Дана Холдингс» предлагает своим покупателям самые выгодные и разнообразные варианты приобретения жилых и коммерческих помещений. Индивидуальные условия оплаты, кредит, рассрочка, собственные средства. В офисе компании помогут сделать правильный выбор. Квартиру можно оформить за один день. Если мечтаете изменить свою жизнь к лучшему, вам сюда. Ценность квартала подчеркивают местные власти. Получился такой компактный, уютный микрорайон, в который пришли новые жители района, которые здесь развиваются, строят семьи. Вот сегодняшнее мероприятие, посвященное бракосочетанию довольно значительного количества молодых семей, нам это показывает. И опять-таки, очень приятно то, что застройщик, компания «Дана Холдингс», не только выполнила свою функцию в части застройки микрорайона, но организовывает такие вот мероприятия, которые позволят как жителям данного комплекса, так и жителям района, города в целом, каким-то образом
создавать новые связи, реализовывать такую близость, единение людей в районе. Отмотаем немного назад. Празднику предшествовала серьезная подготовка. Рано утром молодые пары собрались в холле Микеланджело для подготовки. Макияж, свадебные прически мастера делали прямо здесь. Невесты и женихи надевали свадебные платья и костюмы. Дана Холдингс – крупнейший европейский застройщик, строит современную недвижимость во многих странах, обеспечивая новоселам все необходимое для комфортной жизни и отдыха. В следующем году свадебная феерия приобретет еще большие масштабы, и в этом же месте, на красивейшем бульваре Пикассо, соберется еще больше влюбленных пар, включая молодоженов из других стран. Это мероприятие было инициировано компанией Dana Holdings с целью поддержки института брака и семьи как основы социальных ценностей. Семейные ценности имеют огромное значение для нашей компании. Мы строим жилье, где есть все для счастливой семейной жизни. А благодаря выгодным условиям наши квартиры сегодня доступны каждому. Этот праздник получится традиционным, и что от следующего года он будет еще побольшим и с участниками из других стран Европы и мира.